Всем привет, друзья мои! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня я покрасила волосы, поменяла маникюр, сделала вот такой макияж. И знаете, что хочу вам рассказать? Хочу с вами поделиться. Мне недавно подарили вот такую тушь. Вот такую тушь. Посмотрите, как она удлиняет ресницы. Посмотрите. Видите? Сейчас поближе, вот посмотрите. То есть эта тушь, она из дешевых, но она какая замечательная. Я вообще, все, что у меня были туши, 4 или 5 штук, я отвезла дочери. И синяя была, и разные удлиненные, все. И я люблю, почему? Потому что я как только покупаю новую, я забрасываю старые. И вот у меня вот эта вот была тушь Ив Роше, я ею красилась. Тут ее еще половина. Но как только мне подарили... Очень, ой, кстати, довольная я ей. Но как только мне подарили вот эту, я перешла на нее. Посмотрите. Вот так она выглядит. Какая она классная. Ей можно удлинять ресницы, наверное, до 10 сантиметров, до 5. Вроде бы так необычная. Я сейчас ей каждый день крашусь. Как вам мой макияж? Кто-то из подписчиц мне... дал такую идею вести бьюти-видео. Но, во-первых, друзья, бьюти нужно иметь образование и какую-то информацию владеть. Я крашусь, я любитель, крашусь сама. Я не использую никаких тоналок, наверное, может и надо. Никаких кремов. Вот смотрю, сколько накладывают слоя штукатурки во время макияжа. Я этим не пользуюсь. Я только дневной крем употребляю, и все. Сейчас мы собираемся с мужем погулять. Сначала вам. Что-то наш стабилизатор сегодня балуется. Посмотрите, как здесь все вокруг. Сейчас покажу. Вот видите, там впереди. Впереди куча ресторанов. Вот там мы кушали. Ой, здесь и ослики. Не прохладно, просто я замерзла в автобусе. Кондиционер был включен и накинула. Наверное, сейчас сниму. Да, Мерсин очень большой по площади. Концерт, говорят, будет здесь. Так выглядит набережная. Очень вкусные рестораны. Рестораны. В этих ресторанах знаете, какое преимущество? Вы можете купить рядом рыбу, рядом продается рыба, это рыбный такой район, и отнести им, принести свою выпивку, они вам пожарят. Только сервис, там не знаю сколько за человека, салаты, что входит туда.
только вот это нужно будет заплатить вам денежку. А остальное все можете принести: курицу, мясо, рыбу, все пожарят. Но вот начинается концерт. Ждем концерта, друзья мои. Посмотрите, как здесь переполнено. А это рисик, что? Рисик. А это я помню. Я пью рашу. Друзья мои, сегодня у нас с Ашкемом 4 года, как мы поженились. Великая дата. 10-10-21. Это свершилось в 2000... Это случилось в 2017 году. Мы с Ашкемом поженились. И сегодня решили вот так отпраздновать свою дату годовщины юбилея. Сейчас посмотрим концерт, а потом пойдем сядем, отпразднуем в ресторанчике. Не знаю, куда смотреть. Туда, сюда, не знаю. Сколько людей, много, друзья мои. Мы, короче, решили полчаса еще надо ждать. Мы решили походить. Ярмарки здесь нету, только концерт. Ну да, что-то продают, тут сидят некоторые. Рестораны заполнены. Мы пойдем в наш любимый ресторанчик. Музыка все равно отсюда будет слышно. Дашка. Мой Аскин какой красивый сегодня, зених мой. Видите, дает себя снимать. Решили выйти в море. Какой красивый закат. Видите, лиман находится там впереди, как-то далеко.
Хаде, вот ура, сейчас. Гидьорла, гидьорла, она пошла в нее. Kapatmış, gitmiş. Aynı yere bir daha gidemez. O durduğumuz yer var ya, şu kalabalıktan bir daha aynı yere gidemez. Kim şimdi şarkıcı gelecek? Ece. O kim? Şarkıcı. Mersin'den. Mersin'le ne alakası var? İstanbul'dan geliyor. По телефону Эндер посмотрел 21 тысяча людей, не знаю. 21 тысяча как здесь будет? Это район Ак-Денис, друзья мои. Сюда сейчас не каждый приедет, да. Не знаю, дождемся или нет, мы так кушать хотим. Друзья мои, пока не начался концерт, хочу вам сказать, но он сейчас, кажется, скоро начнется, что это приехала певица из Стамбула, Эдже Сечкин. Сечкин, по-моему. Кажется, у нас начинается концерт. Люди все приходят и приходят. Когда мы ехали мимо Марины, там тоже был концерт. Мы такие злые со Шкивом, короче, не дождались, друзья мои. Кушать хотим мы. Когда они начнут этот концерт, думаю, бог с ним, услышим, да, одним углом. Но не увидели мы ее. Услышим. Люди идут, идут. Столько ждут. Сколько мы ждали? Пришли мы, начало шестого. Сейчас место нам бы найти. Вкусно покушать. Все переполнено. Bunlar içmeye gelmiş buraya diye. Вот такой здесь район, Карадувар. Вот наш любимый ресторан, а там переполненный. Там такой вкусный салат. Мое знакомство с Турцией было с этого ресторана начиналось, когда его друг пригласил нас. Вы смотрите, на улице, да? А может и найдем место, Ашка? Ошерва. Посмотрим, друзья мои. Ашким хады бывалый калачас. В общем, нашли мы место в нашем любимом ресторане. Здесь мы были, но нам здесь не понравилось. Сейчас мы пойдем выберем рыбку, какую мы хотим. Знаете, как классно. На выбор, говорят. Идите, выбирайте, что хотите. Посмотрите. Какая хочешь рыбка. Вот, смотрите, что хотите. Сен билирсен. Мы вот эту любим очень. Она без костей и барабульку. Остальное, ну, мелкую мы хотим сейчас. Такефаль или леврек. Чупра. Мы ели дома. Это вкусное. В общем, вот так вот выберем. Купим сейчас пиво здесь, видите? Какой район? Можете приезжать сюда, Карадувар. Две пересадки, надо смезить. Сначала надо встать, где лиман, доехать до лимана. Вот Чарши, где голуби там. Вот здесь сейчас нам почистят, ее дадут. Ну вот сейчас Сашка купит пивка, все, что хотите, можно покупать. И вам приготовят. Девашка. Бумагу мало, вы конечно очерстите. А что очерстите? Дэн, что очерстите? И китаните. Эй, Ашка, вексик, сэн. Выгон, что очерстите?
Soğuk olmayan kilitli. Su. Su? Soğuk değil. Evet, soğuk olmayan. Друзья мои, вы представляете, раки стоят 100-200 лир, короче. Вот это цены на спиртное, 200 лир раки, а пиво, кажется, 20 лир или 20, по-моему, 20. Все дорожает на спиртное с каждым днем. Да все дорожает в Турции. Все. В общем, сейчас нам почистят рыбу. Мы пойдем сядем туда за наш столик. Ну, а дальше смотрите сами. Вот это наша города. Hoş geldiniz. Size bir sandalye. Tabii.